И хочу эту подарить собачку, ну, детям. Каким? Ну, которые без всего. Так выглядит футболка для самого лучшего в мире ребенка. А этот самосвал принесет много положительных эмоций будущему водителю. Кофты, мягкие игрушки, машинки, детская обувь. Эти вещи в скором времени помогут нуждающимся. Их принесла самая юная участница благотворительного марафона, 10-летняя Елизавета Игнатенко. У нас 4 детей и мама. Ну, нам было жалко детей, которые без всего. Мы решили так принять участие. Следующим благотворителем стала Татьяна Королева. Девушка услышала о нашей акции «Эстафета добрых дел» и не смогла остаться безучастной. К этому Татьяна призывает всех неравнодушных к чужим проблемам. Призываю людей города Березники и ближайших каких-то поселков и населенных пунктов помочь людям, которые нуждаются в этом, не остаться безучастными, так скажем, в их проблеме, в их ситуации сложившейся. А если и вы хотите поделиться теплом своей души нуждающимся, приносите вещи, одежду, игрушки в нашу редакцию, и добро вам обязательно вернется. В свою очередь хотим обратиться к людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Если вам нужна помощь, звоните по телефону нашей редакции 26 28 17 или приходите. Сергей Колейник, Лев Сабуров, новости на ТНТ.